Приветствую вас. Я думаю, что ситуация, во-первых, связана с тем, что мужчина поступил вот как бы там ну, как бы там ни было, да, он поступил адекватно, он поступил, значит, ну, корректно он поступил, так как нужно было поступить, вот, как бы, то есть он сказал вам, в принципе, все как есть, вот. Я думаю, что единственное, в чем его поведение было вот не очень хорошим, это то, что он рассказал о ситуации своему другу, вот это вот на самом деле очень не крутая история, то есть ему, ну, так вот поступать, конечно, было не очень хорошо. Вот. По поводу того, что вы ему нравитесь, что он вам нравится, это я, в принципе, понял, что, что он вам нравится, вот, но, если честно, я боюсь, что здесь не только, вот, ну, не только замечено то, что он вам нравится, здесь, мне кажется, замечено что-то еще, да, то есть еще какая-то ситуация есть. Может быть, это потребность в нем такая вот достаточно, ну, достаточно сильная, серьезная потребность именно. Вот, может быть, это что-то еще, то есть какая-то еще ситуация, вот, но очевидно, что вот то, что вы говорите, что вы не хотите быть ни с кем больше, это, конечно, скажем прямо, настораживает, потому что это говорит о том, что у вас могут быть не совсем здоровые, не совсем здоровое восприятие человека, вот, я не хочу, конечно, ничего сказать, вот, плохого, но мне вот ситуация видится такой, рад, был бы рад, если я ошибаюсь, вот. Соответственно, да, это стоит приравнивать, согласен с коллегой, что он не хочет отношений с вами, вот. Значит, на мой взгляд, ситуация, это неприятно, конечно, ситуация неприятная, но нормальная, вот, а вам нужно больше разобраться, вот, наверное, своих чувствах, то есть вот, ну, насколько вам важно быть с этим человеком, почему вам важно быть с этим человеком, что вы хотите конкретно вот от него, вот, и, соответственно, примерно так, вот, это то, что вам, в принципе, можно и нужно здесь сделать, вот, на мой взгляд, по крайней мере. Значит, вы можете просто, если он вам действительно нравится, вы можете просто продолжать делать для него какие-то вещи, вы можете продолжать проявлять знаки внимания, вы можете продолжать общаться с ним, я не думаю, что это что-то криминальное и плохое будет, если вы продолжите это делать, вот. Но очень важно, что у вас не было каких-либо ожиданий, потому что если какие-то ожидания у вас будут, то это уже отношение, к сожалению, будет очень
негативными, деструктивными, и в итоге ничего хорошего из этого не получится, наоборот, будет китать. Постоянные намеки, постоянные недомолвки, недоговорки и так далее. Вот. То есть, опять же, я могу вам вот сказать, что ничего хорошего из такого рода отношений не получается, к сожалению. Вот. Что же касается того, что делать, да, то опять же вопрос стоит ставить так, что делать, чтобы что? То есть, если вы говорите ему, что, типа, ну, вы говорите ему, что, типа, мы сможем это забыть, а пишите, что вы не можете, значит, вы не искренне. Если вас это задело, лучше сказать ему об этом, сказать, что меня задело, сказать, что вот, ну, так вот, такая вот ситуация. Вот. Так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, я не очень понял, зачем вы прислали переписку, знаю. Если у вас остались дополнительные вопросы, обращайтесь в личку, буду рад помочь. Еще раз, очень важно понять ваши чувства, вашу субъективную сторону данной ситуации. Что вы чувствуете? Что для вас значит парень? Что для вас значит его отказ? Почему вы не хотите быть ни с кем? Что для вас вот действительно нравится, что вы вкладываете в это? Вот со всем этим нужно разобраться. Чем лучше мы с этим разберемся, тем лучше вы сможете найти выход для себя в этой ситуации. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.